Привет всем! Привет! Меня зовут Влад А4, Глен! Привет! Серега! Hey. И да, ребята, это Бравл Старс на канале А4! Ребята, это очень экспериментальный ролик, и нам нужна поддержка каждого, кто хоть как-то связан с Бравл Старом. Лайк, ребята, лайк под это видео, потому что этот эксперимент мы делаем для вас. Итак, посмотрите на нашу шкалу гемов. У каждого их по 8000. Это ровно 100 кейсов на каждого. И сегодня мы хотим посоревноваться, кому выпадет больше героев. Вы же понимаете, сколько это денег. Ну а мы за это просим всего лишь лайк. Все, давай, не ленись. Сделай это под этим видосом. Чтобы определить победителя, в этом ролике мы будем набирать баллы. Если выпадает редкий бравлер, это 1 балл. Сверхредкий 2 балла. Эпический 3. Мифический уже 5. Легендарный 10 баллов. Хроматический 10. И самый дорогой персонаж, это, конечно же, Леон. За него 15 баллов. Ну что, пацаны, какие ставки? Будет ли сегодня Леон? Я только за этим сюда и пришел. Леон! Итак, первое открытие. Погнали. Вы уже открыли? Да! А напомните, какое число должно быть, чтобы вот типа эпик начался? Больше 5, типа. Видите цифру внизу? Если больше 5, это эпик. Но пока что у нас будет по 3, потому что у нас очень мало персонажей. Есть! У меня есть первый персонаж. Первый персонаж что? Это Роза. У меня тоже! Эль Приво! Повезло, повезло, повезло. Но это пока еще зелененький, это же неинтересно. По одному баллу получено, ребята. Очки силы. Удвоение. Удвоение тоже вообще, что за приколы? Что за повторяшки? Суперсел, алло. 4, 4. Эль Приво! У меня Пока! Роза! Кстати, ребята, перед тем, как мы продолжим, очень хочу вас кое-что попросить. Помогите апнуть 30-й ранг на канале. Ну, если вы поняли, о чем я. Без вашей помощи никуда, помогите набить кубков. Сейчас у нас 29-й ранг. И совсем чуть-чуть до 30-го. В общем, рассчитываю на вас. От каждого бравлера подписка. 4, 4! Мне без персонажа. Теперь надо ждать 5 предметов. Только тогда выпадет персонаж. 5, 5! У меня тоже 5. Есть персонаж. Дэрил. Сверхредкий. Джеки. Сверхредкий. Карл. Сверхредкий. Пока что идем нос к носу. Суперсел. Компания, которая сделала Brawl Stars, не глупые. Сначала они выдают обычных персонажей. Но потом... Леон. Леон. 5 предметов. Есть. Открываю. Удвоение жетонов. И чего? Суперсел, что ты творишь? 6 предметов, 6! Первые 6 предметов, да? Леон, Леон! Роза, это первый персонаж Роза, сейчас второй выпадет, подождите. Опа, сверхредкий Пенни! Мне сразу плюс 3 балла. Подождите, у меня еще один персонаж. Что? Я не заметил, походу, смотрите, остался еще один бонус. Это просто бонус. Это просто бонус. Так, у меня плюс Пока. Пацаны, Brawl Stars на канале А4, я в это не верю. Я не верю, что это сейчас происходит на ваших экранах. У меня аж мурашки по телу, вы даже не видите их. Ну это вообще драйв, адреналин. Готовы? Погнали. 5. 6. Есть шанс догнать, есть шанс догнать. Эль Примо. Так, это понятно, тут ничего. Выпал, что? Мне выпал сверхредкий Джеки. Из 5 предметов Джеки выпадает. Как? Так, давайте, готовы? У меня есть тактика открывать левой рукой. Мне так 7 предметов выпало. 6. 5. Ну блин, Серега, это моя тактика. Лэм. О, это, подожди, это уже... Эпический. Эпический, первый эпик. Это же капец, он нас всех обогнал сейчас. Открывайся. Ба! 7! 5. 7! Не гони! 7! Просто... Нет! Леон! Леон! 2 персонажа. Рико! Это сверхредкий. Хорош! И теперь... Эпический Эдгар! Я уже был готов получать фофан просто. Это мой любимый персонаж, просто Эдгар. А мой любимый, знаете кто? Пайпер, которая снайпер. Вообще ее обожаю. Но не могу апнуть на ней 25-й ранг, но я справлюсь. А кто ваш любимый персонаж? На ком у вас больше всего кубков? Пишите в комменты. А какой шанс выпадения Леона? Вот 0,500 тысяч нулей 1. А, я понял. Итак, что же у меня из 6? Персонаж Фрэнк. Второй эпический. У меня ни одного эпика, ау. Владу вообще не хватает. 6? Да. Второй раз подряд. Эй, персонаж
Мифический Макс, офигеть, так. Что? Это невозможно. На мифического персонажа был процент 0,2. 5. Блин, бонус на эти баллы вонючие. Пацаны, а я вам не сказал, что у меня 6, да? Ты не сказал. Открываю последнего. Так. Вот я и отыгрываюсь. Мифический. Я его называю сундучник, потому что он кидается сундуками. Как он меня бесит, господи. А я его обожаю. Фу. Кстати, а как вы думаете, подписчикам было бы интересно, чтобы я показал свой личный аккаунт в Brawl Stars? Ребята, у меня есть все персонажи и куча скинов на каждого героя. А еще, вы, наверное, не знали, у меня есть собственный клан. Знали, знали, там Серега есть, а вот Глентик почему-то не добавили. Ну, Глентик, надо подкачаться. Там вообще-то вход с 25 тысяч кубков. В общем, если хотите, пишите, покажу в каком-нибудь ролике. Может быть, у Глента на канале. Ну что, 6! Вот я отыгрываюсь. Смотрите, вот сейчас легендарка. Ну нажимаю же. Это не Лего, это сверхредкая Джеки. О, а у меня. Сверхредкий Пенни. Спасибо большое. Погнали. Почему так? Почему? Why are you running? Не повезло просто. У меня. Что у тебя? 6. Гонишь. 6. Кто-то крутится, кто-то крутится. Дэрил. А, Дэрил это. Да блин, сверхредкий, ладно. Я нажал. Ну как, куда же ты нажал? 5. 6, опять, второй раз подряд. Сверхредкий Рик у меня выпал. У нас еще 5760 гемов. О, еще сколько всего впереди? Бум. 5. Суперсел. Что такое, объясните? Что случилось? Это нормально, пацаны. Это называется затишье перед бурей. Это называется задонать еще денег. Мы дадим больше. Пацаны. Что ж? 5? 6. Goddamn, пацаны, второй мифик. Байрон. Секундочку, надо настроить телефон. Сейчас я... Леон. Так, мне кажется, я уже сравнялся по баллам, нет? Но у меня по-прежнему 9 персонажей. Как это так? У меня 12. А кому-то из вас, ребята, достанется аккаунт, на котором мы сейчас играем. Представляете? Так что вы тоже болеете, чтобы что-то было крутое. Погнали. 5. Ну это не... У тебя тоже 5? Да. А так расстроился, как будто 4. 6. Ну давай, распаковывай своего мифика. У меня тоже 6. Так, давай Серега первый. Эпический Биби. Я выиграл своего персонажа. Кстати, это клевая тема. Твой Эдгар, моя Пайпер, у Сереги Биби. Выбьем ли мы своих персонажей? Я своего уже выбил. И сейчас выбиваю Леона, пацаны, смотрите. Биби! Вау! Как мы так засинхронизировались? В одной катке две Биби, прикольно. 5! Ну это ненормально! Я же вот кофту Brawl Stars одел, ну как? Ну почему? Кстати, ребята, не забывайте заходить на сайт a4shop.ru и проверять новиночки. Там постоянно что-то новенькое выходит. Вот сейчас есть коллекция Brawl Stars. Очень, кстати, прикольная и теплая, удобная кофта. А футболка такая просто нежная. Ну что, вы там уже показали? Все, я сказал Суперселу, что все, я... Я тоже. Го! Бум-бум-бум-бум-бум! 6. Ну почему? У Влада что-то выпало огромное. Подписчики уже видят. Нет, не верю, пожалуйста. Это 7. 7. И я уже сейчас открываю персонажа. Рика. Окей. Окей, Рика, это нормально. Сейчас. Еее, мой персонаж. Эпический Пайпер Стрелок. Хорош. Сейчас Сереге Леон выпадет, просто смотрите. Я не удивлюсь. Не выпадет. О, кто-то летит, но это не Леон. А. Это сверхредкий карт. Там Леон, там же типа золотой экран. Да, там сразу все понимает. Леончик, мой маленький. Сундуки наготове. Сейчас он немножко потрясется, пускай он наберется сил. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Сейчас я фофаном открою. Раз. Экран не сломаю. А я локтем. А что толку? А я щекой. Что толку? 6. Вот она, локотушка рабочая. 5. Так, и это... Нет, да... Что? Романтический Калет. Первый из 5 бойцов. По-моему, ребята, это 10 баллов. И я, походу, выхожу на первое
место. Hello, так и smile, friend. Кстати, ребята, вот мой аккаунт. Посмотрите, Пайпер, на который я пытаюсь апнуть 25 ранг. Ну, а вот тот самый клуб, клуб А4. Ребята, я, наверное, не должен был это палить, но вступайте. Так, все, открываем кейсы. Ту-ту-ту-ту-ту, 6. Ну как, ну как, ну объясните мне. Я должен обогнать Влада. И это... Ну, Биби! Эпический стрелок. Бе-бе-бе! Но ты все равно, по-моему, меня еще не выиграешь. Сейчас, секундочку. Ну давайте, пускай похимичат. Че там удалить? А зачем ты прячешь? Зрители и так видят. А. Короче, я хочу прокачать по максимуму персонажей, чтобы Brawl Stars понял, что я что-то тут уже понимаю в этой игре. Ты что, Кобяков? Кстати, вы, наверное, спросите, почему мы не позвали Кобякова? Он играет в Angry Birds. Да, это все, что вообще вам нужно знать. Кобяков играет в Angry Birds и донатит туда. Мы пытались его подсадить на Brawl Stars, но понимаете, что вот... Человека психологический возраст 78. Не всем понятен доступен Brawl Stars. Нужно иметь IQ больше 3. Глент, мы ждем. Он наоборот сейчас все сломает. Вы можете думать как угодно. Вот когда мне выпадет Леон, вы будете сами понимать, что я профессионал этой игры. Так, все, я потратил все деньги, у меня 9 монет. А, все. Тебя не получилось? Не получилось. Не получилось. Гоу! 5. Почему-то. Открывается. О! Нет. Это сверхредкая Пенни. Кстати, у меня Пенни на втором месте по любимости. А на третьем, я думаю, Коль. У меня Бия на втором, на третьем этот, который землю рушит. Кстати, напишите свой любимый режим в комментариях. У меня захват кристаллов. Мой любимый режим — парное столкновение. Одиночное столкновение. 6. Так не бывает на свете. Не глядя, выпадает. О май гад. Да ну! Хроматически, я врываюсь вперед. Это вольт. Очень сильный отрыв. Глент, не умирай. То сейчас позову Кобякова, будет делать искусственное дыхание. Понял, не надо. Ну почему же ты? Пацаны, еще 6. Так, все. Все, я понял. Серега поехал. Все дело в чехле. Плохой чехол. Давай, открывай. Блин, Глентик, там все. Это эпический боец Нани. На 3 корпуса впереди, Серега. Сейчас, здравствуй. Моя лошадка, она, конечно, хромая, но сейчас я ее починю и просто молния Маквин. 6! Так, нос Глента прокатил. Ну давай. Давай, Глентик. Да ему сейчас редкий. Смотри, 100%. Смотрите, Леон уже бежит. Вот он уже вот так выбегает с двери, бежит мне ровно в телефон и... Гаджет. Это первый гаджет у нас? Первый гаджет. Какой позор, Глент. Гаджет. Гаджет — это 0 очков. Сейчас я как Леон в капюшоне. Это ламба. 6! О, еще один гаджет. Нет, Леон, вот, я уже бегу, вот я, Леончик. Давай, Глентик. Гаджет. Подождите, он прокачал героев. А они теперь, он подумал, пора гаджет опускать. Отмена, бро. Глент. Только на прокачанных героев выпадает гаджет. А Глент прокачал. Думал, ему повезет. Зато я подписчикам гаджет дарю. Жить. Погнали. Бам. И открываю. Это Биби. Эпический. Второй. Уважение. Мое уважение, Биби. Глентик, не бойся, не переживай. Скоро тебе повезет. Хорошо, что вы смотрите это видео. Никогда не совершайте такую ошибку, как Глент, если будете открывать кейсы. Утешьте Глента в комментариях. Напишите: Глент, ты не лох. Да просто лучше, не повезло. Да лучше, чтобы они лайки поставили. Это вообще-то я сказал. Давайте откроем кейсы в Brawl Stars. Это моя идея. Мне ничего не упадает. Правда. Это правда. Хотя бы лайками поддержите, ребят. Вот сейчас. 6. Просто. Ну давай, Глентик, покажи, какой гаджет тебе снова попался. Сейчас. Вы увидите гаджет на Леона. Потому что сначала мне должен выпасть Леон. Это прикол? Мне гаджет выпадает. Это прикол? Я не понимаю. Теперь вопрос такой: выпадет ли Гленту хоть один персонаж теперь? Выпадет, еще 30 кейсов. 5. 6. Ой, 5. Ты что так пугаешь-то? Так, сейчас посмотрю шансы. Ну да, у меня на гаджет шанс 2% теперь. Ну что? Так, готовы? Да. Амогус! 5. А у меня не 5, а 4. А 6, и это... Ну это всего лишь сверхредкий Карл. Но больше сверхредких у меня не будет. Как ты это вычислил? Погоди. Потому что у меня 5 из 5 сверхредких. А, так у меня тоже. 6. Спокойно, 5. Спокойно. Да, Глен, мы даже не волнуемся вообще. Даже вообще. Какая разница, какой у тебя гаджет? Я тибетский монах. Спокойствие, только спокойствие. Я не буду смотреть, просто вот нажму.
гаджет на Карла. Кто может быть бесполезней? Ладно, ладно, ладно. Ребята, ничего страшного, есть еще два везучих аккаунта. Да. Открывайте уже, умники. Гаджет? Просто боль. На это, наверное, очень больно смотреть. Ну ничего, верьте в Глента, верьте в Глента. Я открыл. 3 подряд 6. Ну не может же быть 3 гаджета. Ну такого же не бывает, пожалуйста. Гаджет? Ребята, нормально. 5 нас тоже не устраивает, Глент, поэтому извини. Не, ну с другой стороны, может быть, когда нам выпадает 5, просто ему выпадает 6. Как бы это то же самое. Поддерживаю как могу. Еще 1 6, ребят, тем временем 4 раза подряд 6. Я уже ни на что не надеюсь. Да ладно, это Амбер, легендарный. Лего, да. Первая легендарка. И Гленту. Про это можно снимать фильм. Человек, который потерял все надежды, просто берет и восстает как Феникс. Это же реально, это один из моих любимых бойцов Амбер. Так, 6! 5. 5 подряд 6 просто сюда, мои хорошие. Носом. Да ладно! Хроматический гей! Что это? Эпический камбэк. Прикиньте, Глент уже догнал меня. О, да. А я все еще нахожусь на первом месте. А все почему? Потому что кофточка Бравл Старс. 6 предметов подряд 5 раз. Легендарный эпический камбэк. Если у нас сейчас не выпадает, Влад, надо прокачивать. Нажал. 6. 5. А, ну... И у меня что? У меня что? Мне, пожалуйста. Да ладно. Персонаж. Хроматический. Хроматический персонаж. Все, Серега, он непобедим. Пальчик, ну давай, давай. Блин, блин, я ему пальцем нажал, ему 6 выпало. Блин, блин. Ну зачем я это сделал? Зачем мне помогают? Я не легендарный, но мифический. Ну что, Глентик, ты опять позади. Да потому что, блин, все, отдай мне а его. А где перешли. Не видно его. Отправь почтой. Кстати, почему в Brawl Stars нельзя делиться персонажами? Ну, типа, подарок отправить другу. Было бы классно, подписчики, я бы вам просто дарил бесконечно скины. Зачем подарок Brawl Stars, если можно подарить кофту про Brawl Stars как подарок? Вот эту теплую, великолепную, вкусную кофту. С Владом 4, прокачанным персом. Даже убивать ничего не надо. А еще не забывайте, 2 аккаунта, на которых играли герои канала А4, будет ваш. Условия в конце. 7! Что? 7! 7 персонажей! Ну давай! Ну давай! Это Леон, вот он уже бежит, я уже чувствую. Два гаджета. Так, очки силы, очки силы. Гаджет, это нормально, спокойно, это нормально, все хорошо, гаджет. Персонаж! Легендарный Спайк, стрелок! Спайк точно такой же редкий, как и Леон. Мне на аккаунте Спайк выпал самым последним. Аплодисменты. И еще сверху удвоитель жетонов, 400 штук, как говорится, сюда, мои хорошие. Наши кейсы начинают потихоньку заканчиваться, и сейчас начнется мой фарт. Фартила Гленту, фартила Сереге. Сейчас моя очередь. 5. 5. Пом-пом-пом-пом, 6. И эпическая пэм. Где мои леги? Ау. Я готов. Так, языком. 7! 5! Моя нога все-таки принесла удачу. Извините, извините. Только. Гаджет, гаджет, спокойно. Только пожалуйста. Не лего, только не лего. Только не второй гаджет, только не второй гаджет. Выпал хроматический колет! Я прокачиваю. Почему Влад А4 всегда выигрывает в роликах? Потому что ему везет. И сейчас это начнется, прямо сейчас. 9! Ага. Я знал, что вы не поверите. Конечно, не поверим. Я прокачиваю. Все, Серега пошел по тактике Глента качаться. А я пошел открывать Леона, пацаны. Гаджет и... Если лего, я просто... Еще один гаджет. 2 гаджета, ты достоин этого. Ребята, осталось 3 кейса. Да. 3 кейса. Так точно. 3 кейса, Глент впереди. Я очень сильно отстаю. Но вот эти 3 кейса сейчас будут решающие. 5. Я что, зря качался? Последние 2 кейса, пацаны. 5. Короче, единственный вариант выиграть, выбивать вот сейчас, вот в этом кейсе Леона. Если не будет Леона, все, мои шансы. Если мне сейчас выпадет легендарный или хроматический, я обгоню Глента. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Леон, Леон, Леон. Забирай весь всю неудачу мою, которая была сейчас. Отдавай удачу. Погнали. Пошел! 5. 5. 5. Мне, конечно, не выпал Леон, но мне выпало 2 легендарки. Предлагаю задонить еще 2 кагема. Что? Я как бы не хочу, потому что я уже победил. Но то с другой стороны, Леон еще не у меня в кармане. Еще у меня 0 лег. Я согласен, я хочу стать первым вырвать победу. Еще 2 кассика гемов, пацаны, давайте. О, смотрите, здесь Brawl Pass дает бесплатный кейс. Давайте, это бесплатный кейсик. Я уже открыл, извиняюсь. Смотри, лего. 3. Нет, это не лего, надо 4. 3 это ничего, просто. Выпал! Что? Что, Мортис? Мифически выпал! Что? Что с бесплатного кейса? Я все, я встаю и ухожу отсюда. Что? Что? Что?
Жесть, Глент, впереди на 100 баллов. Пацаны, сколько у тебя бойцов суммарно? У меня, сейчас скажу, пацаны, 17. И у меня 17. 18. Плюс 2 кагемов на каждом аккаунте. Ради контента, ради Леона. Ребята, все ради вас. Аккаунт немного передохнул от открытия кейсов, и самое время дать ему подых. Давай. 5. Сразу 5. Сразу 5, ничего страшного. Ребят, мне с маленького кейса выпал мифический персонаж. Но подождите, а вот этот персонаж, он разве считается? Что ты сейчас он сказал? Он же не из мега-ящика. Мы троем открывали. Нет, если бы тебе выпал, ты бы уже зубами грызся в этого Мортиса. 6. 5. 5. Гаджет. Мой первый гаджет. 5. 5. 5. Дальше. Выпал герой! Мне эпический Нани выпал. Че ты гонишь? Как из 5? Как? Бонусом? Что происходит? Где наши леги? А как? Мне 5. Бред, это бред. 6. Ну тут как бы может быть этот злосчастный гаджет. Ребята, 6 и... Так, это... Герой! У меня выпал Эдгар. Хроматический! Да! Хроматический это 10 баллов. А это значит, я дышу тебе в спину. Рано радуйтесь, Леон будет моим. Если кому-то попадется Леон, он просто становится легендой канала, легендой этого ролика. И заслуженно получит лайк от подписчика. Давай, раз, два, три. 5. 6. Да ну на, как? 6. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Это он. Кто? Гаджет. Валидольно. Я хочу еще один камбэк. Нужен еще один камбэк. И... 6. Тоже у Влада тоже 6. Погнали. Ну нажимай. Почему я все время раньше, чем ты? Да нифига, я тоже бываю. Давай. Жми. Ну пожалуйста. Жми. Ну пожалуйста. Гаджет! На пока! А у Влада. А у него гаджет выпустить не может. Гаджетов не бывает. И это эпический Нани! 5. Блин, с ладошки не помогает. Так, работал нос и локоть. Значит, в этот раз я хочу ухом. Так, сейчас я наколдую. Последних 7 кейсов. Последних, больше уже точно не будет. Ready? Steady. Go! 6! О, да. Чего радоваться гаджету, я не понимаю. Да, Глент, это Леон. Я быстро открываю, быстро. Это будет гаджет. Так, давайте, готовы? Погнали. 6. Ну, блин, у меня тоже, наверное, гаджет выпадет. А у меня не гаджет. 3 шестерки? Да ладно. Так. Гаджет. Теперь ты получил. Давай. У тебя тоже сейчас гаджет будет. Летит герой! Это Беа! Это мифический, это эпический герой Беа. Это, кстати, вот реально вообще крутая баба. Просто заряжает. Вообще кайф. И мой персонаж есть! Митик Мортис! Есть Серега позади. Осталось Леон и еще одну Легу, и Глент тоже проиграл. Ребята, всем спасибо, кто видит этот момент в ролике. Спасибо, что смотрите целиком и полностью. И вот этот кейс специально для вас. Вот, 6 пальцев, 6 предметов, даже 7. Давай, 1, 2, 5. 5. Я отстаю от Глента вот на столечко. Осталось 2 кейса. Будет ли эпик камбэк? Так, я через кофту Бравл Старс буду нажимать. Блин, 5. Я же не нажимал. 5. Все, последний кейс. Ребята, последний. На ваших глазах. Вы видите баллы. До Глента всего вот чуть-чуть. Одна Лего, один Леон. Нет, такого чуда не бывает. Я буду открывать кейс лайком. Принимаю тактику оппонента. Давай, 1, 2, 3. Не может быть. У меня 5. Гаджет у тебя. У тебя 5? Да. Гаджет на Пока, катарсис. Я победил! Да, это было очень трудно. Сначала я отставал, потом поднажал, потом фортуна ко мне пришла, и я просто их разнес. Стой, пиши в комменты. Обязательно подписывайся на канал. Ну и конечно же, если тебе понравилось, ставь лайк. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4, Глент, Серега. Всем пока. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя